Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу показать крутую тренировку на спину. Это будет суперсет. Как вы знаете, я обожаю суперсеты. Это упражнение будет состоять из трех упражнений, да? То есть у нас сначала будет становая тяга, потом тяга штанги в наклоне, а потом у нас будет вот на тренажере блочном, как бы этот тренажер заменяет, можно сказать, подтягивание на турнике. Давайте начнем. Что мы делаем? Сначала мы делаем становую тягу. В этой тяге обязательно нужно сделать разминку с маленьким весом сначала, потому что если вы будете делать с большим, то высока вероятность, что вы просто травмируете вашу поясницу. Я очень много раз ее срывал. Поэтому делаем очень тщательно разминку и потом уже приступаем к работе, ну, с нормальным весом. Если вы хотите делать на массу, то примерно делайте 6-8 повторений. После этого сразу же берем, снимаем вот этот вес большой и делаем без перерыва подъема в наклоне. Сделали 6 повторений, идем вот сюда. Делаем везде примерно по 6-8 повторений. Если вы не можете уже в последующих подходах делать с этим же весом, просто убавляете вес. Друзья, между этими всеми подходами мы отдыхаем примерно 2,5-3 минуты. Если вам недостаточно будет этого времени, то отдыхайте больше. Вообще отдыхать нужно до того, как восстановится сердечный ритм. То есть, когда вы делаете, у вас сердце, биение повышается, там, я не знаю, до 150, до 180, особенно когда вы суперсеты делаете. Поэтому нужно, чтобы ваше сердце успокоилось, и тогда можно делать новый суперсет. Друзья, показываю технику. Многие делают неправильно в становой тяге, и обычно происходит из-за этого травмы и всякая там неблагополучная фигня. Смотрите, как делается становая. Мы ставим ноги примерно на ширине плеч, да, это стандартная становая тяга, классическая. Опускаемся вот таким вот образом, беремся тоже руками на ширине плеч примерно. Что мы делаем, когда мы поднимаем штангу? Мы выгибаем в пояснице нашу спину. То есть не вот так вот поднимаем, если вы вот так будете делать, то вы 100% ее сорвете. Берем, выгибаем спину вот таким образом и поднимаем. То есть смотрите, мы должны тянуть не просто там руками либо спиной, мы тянем всем телом одновременно, и ногами, и спиной, и руками, смотрите. У нас работает все тело. В верхней фазе с выгнутым телом мы делаем вот так, и как будто вставляем наши плечи, и назад их отводим. То есть смотрите еще раз. И отводим назад. Что это нам дает? Это прокачивает дополнительно верх спины. Когда мы отводим, это прокачивает дополнительно спину. То есть это упражнение очень хорошее, оно качает вообще, это база, очень жесткая такая база, прокачивает и бицепс бедра, и спину, и широчайший, все вместе прокачивает. Следующая техника — это тяга в наклоне. Что мы делаем? Мы также беремся на ширине плеч руками, ноги тоже ставим на ширине плеч, берем, поднимаем штангу, опять же, с выгнутой спиной, руки у нас идут. Мы стараемся руками тянуть, как будто локти мы стараемся отводить вон туда к стене, назад, смотрите. То есть что у нас получается? Мы не просто тянем руками вверх штангу, мы наклоняемся и тянем локти. Стараемся, знаете, такое чувство должно быть, как будто
вы локти пытаетесь оттащить вот так назад. То есть вы делаете не вверх просто подъемы, а пытаетесь прям локти увести вон туда к стенке. То есть у вас ощущение такое должно быть, как будто вы локтями тянете, а не какими-то там бицепсами, либо трицепсами, либо просто руками. А должны работать локти, именно локти. Следующая техника – это тяга на блоке. Что мы делаем? Мы беремся немножко шире, чем плечи, да? Не на уровне плечи, немножко шире, чтобы у нас работали широчайшие. Выгибаем спину, представляем, как будто мы делаем подтягивание. Выгибаем спину и тянем спиной. То есть вот эту штуку мы тянем прямо к груди, вот сюда. И тогда у нас будет качаться спина широчайше. Очень хорошее упражнение. Обязательно нужно делать с выгнутой спиной. Если вы будете вот так делать, то у вас будут качаться там бицепсы, что угодно, но не спина. Выгибаем спинку и делаем вот так. Друзья, вот такая вот тренировка получилась. Я надеюсь, вам понравилось. Блин, я так вспотел просто, как собака. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Если вы хотите увидеть больше видосиков со мной, то по ссылочке в описании вы можете перейти и увидеть у ребят на канале, которые предоставили мне этот зал для съемок. У них тоже видосики со мной есть. Поэтому переходите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также, если вы хотите больше программ тренировок, таких суперсетов, то можете переходить на мой сайт archomoris.com, и там куча программ с суперсетами. Я их обожаю. Спасибо за внимание. Пока.